Такси 3400 на рынке транспортных компаний всего полтора месяца, но уже сейчас они завоевали любовь и доверие горожан. Такси 3400 любит своих клиентов и дарит им подарки. 2 апреля состоялся первый розыгрыш призов. Мы открылись 10 февраля, начали работать. В нашей службе сразу запустилась акция. Акция «Езди на наших машинах и выиграй путевку в аквапарк». Надо было просто проехаться на нашем такси, заказать наше такси и проехаться, попасть в базу данных и получить смс-уведомление о том, что состоится розыгрыш, и сегодня прийти на розыгрыш. Пасмурная погода – не помеха испытать свою судьбу и получить хорошее настроение. За него и теплую атмосферу на этом празднике отвечали профессионалы своего дела. Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра. Такси 3400 на подарки не скупится. Помимо главного приза было разыграно 18 сертификатов от компаний-партнеров – салона «Шторглам» и туристического агентства «Континент Тур». Но главный приз был все же один – поездка в казанский аквапарк «Ривьера». В этот день птицу удачи за хвост поймала Гульнас Тимирбаева. 24-23 получает сертификат на путевку в аквапарк «Ривьера». Большое спасибо такси, то, что они так сделали, разыграли. Очень приятно. Но на этом дарить подарки такси 3400 не заканчивает. В октябре горожан ждет новый розыгрыш. И уже сейчас для постоянных клиентов запускается бонусная программа. Это вот называется бонусная карта «Копи бонусы, катайся бесплатно». Она запускается с сегодняшнего дня. На ваш счет вот этой карты будет падать бонусы. И когда у вас определенное количество бонусов накопится, вы будете ездить на такси бесплатно. За каждую поездку вам будут начислены бонусы. К слову, те, кто не смог прийти на розыгрыш, могут получить свою бонусную карту у водителей. Такси 3400 всегда ждет вашего звонка.